Всем привет, народ! Помните новость, я выпускал о том, что все участки под отделами полиции в городе Сургут, они все предназначены для ГОМ-3. И вот как раз вот один из параллельных фактов был о том, что вот на этих самых воротах буквально этой зимой, этой даже весной, была надпись ГОМ-3. Ну, фотку вставлю. А сейчас видим, что они ворота поменяли. Либо надпись это убрали. Ну, по-моему, надпись убрали. Да, они ее просто отворили, наверное. Да, вон, отпилили. Вон, видно. Вот она, старая краска осталась. Синяя. Вот она, синяя краска. Синяя краска осталась. То есть они только буквы убрали. То есть они смотрят мой канал. Смотрят в этот... Сургутнадзор, ВК и на Ютубе. Но я сейчас проверил карту Росреестра. Там до сих пор предназначение земельного участка с 2015 года. Это для размещения ГОМ-3 городского отдела милиции. А по факту находится отдел полиции номер 3. Вот такие новости. Вот так через Ютуб канал и страница в ВК Сургутнадзор меняется реальность. Кстати, они эту надпись не убирали с 12 лет, с 2010 года, как была переименована милиция в полицию. И вот, стоило мне обратить на это внимание, как они сразу же все убрали. Вот так. Может скоро сведения в Росреестр поменяют по участку, внесут изменения. И я не исключаю, что из устава города Сургут скоро пропадет муниципальная милиция. Хотя вряд ли. Ну, посмотрим. В общем, изменения есть, вот так меняется реальность. Благодарствую.